Добрый день всем любителям футбола. Рада приветствовать вас на стадионе «Спартак». 17-й тур чемпионат Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов «Дивизион А». Не только вместе, но и против своего соперника бороться есть действительно за что. Команда разделяет 4 пункта в турнирной таблице. И сейчас, возможно, для контратаки разбежаться имеет футболисты Родина. Аксенкин получает мяч. Убирает под правую, бьет издали. Потеря Лукьянчиков. Отыгрывается Саверьянов. Артем разворачивается. Бьет издали. И угловой. Хотя свободен был абсолютно один справа Артур Каракин. Протянул мяч в направлении Лукьянчикова. Максим получает момент для удара. И бьет. И забивает. 1-0. Максим Лукьянчиков выводит Родину вперед в этом матче. На 42-й минуте нашей с вами игры. Отличная атака удалась Родине. Александр Катасонов недоволен действием своих футболистов. А исключительно с тем фактом, что необходимо уже удавалось вступить по ходу вторых 45 минут Савелию Петелову. Режет полузащиту и находит Борисова. Сам же Данил уже стремляется в атаку и играет стеночку с Саверьяновым. Угловой мы с вами увидим. И обрез в центре поля. Выключенный из эпизода Даниил. Удар издали, рикошет и счет равный нашей встрече. 1-1. Вот такая досадная ошибка в центре поля Даниила Борисова приводит к результативному действию 18-го номера команды «Сокол». Сохраняет мяч Даниил. Ну и зачем-то идет сразу же на троих, упираясь. В то время как свободен Аверьянов, который подхватывает этот мяч и красивым обводящим ударом забивает гол, который позволяет его команде выйти вперед. 2-1. Артем Аверьянов. Второй гол за неделю записывает на свой счет Даниила Дашкова. И в результате звучит финальный свисток. Родина одерживает победу со счетом 2-1. Поздравляем ее болельщиков, благодарим зрителей за внимание. Эту игру комментировал для вас Артем Гурьев. Любите Родину и болейте за своих.